решил место я заболел. Вместо того, чтобы курево, сигареты покупать, я решил купить оливки, самые дешевые, маслины с косточкой за 142 рубля. Это не самая полезная, но и не самая вредная пища. Ну, если ее есть, если их есть в умеренном количестве. Нет, все-таки с косточкой невкусная. Без косточек почему-то вкуснее. Точнее, вкусные, а вот эти нет. Мне просто не хватило денег на нормальные маслины. А может, у меня из-за болезни вкусовые качества изменились. Амоксициклин весь сожрал вчера. Амоксициклин 500 миллиграмм. Посмотрим срок годности. Производство Сербия. А нет, срок годности нормальный. Блин, что-то реально невкусное. Маслины вот эти. Зря. Ну, у меня просто не было денег больше. В Испании написано, что произведено. Как будто воду с солью пьешь.
буду работать дворником. Буду радовать себя маслинами. Но смысла нет, они не очень-то полезные. Они просто вкусные, но не вот эти. И они дорогие, 200 с чем-то стоят. Ну да, на вкус, как будто просто вода с солью. Можно было бы питаться морской капустой, но она, как бы сказать, она смертельно опасная, может быть, если ее слишком много есть. Не вариант. Убери. Единственный вариант питаться с огорода овощами, делать салат, добавлять в него сыр. Эти магазинные овощи, они не просто невкусные, они не просто безвкусные, они еще и с каким-то привкусом таким химическим. Мне настолько хреново, что я даже курить перестал. Блин, жаль, не хватило денег на нормальные маслины.
А горошек зеленый, он не продается. А если и продается, то его надо варить с кашей. А нужно есть зеленый горошек, ну, не консервированный. Я мог бы купить консервированный горошек, но какой смысл в этом? Но все-таки лучше бы я купил консервированный горошек, чем эти маслины. Ну, просто мне бы денег не хватило. Чем дешевле консервированный горошек, тем он отвратительнее на вкус. Есть там определенные марки, которые, ну, определенная одна марка, там действительно вкусный горошек. Ну, я много лет назад пробовал. Я вышел на улицу, вообще, ну, ощущение, короче, голова, как будто катком проехались и заглушенная, как будто бы, и немного кружится. И ты идешь, как будто бы из тебя 80% жизни выжили. А гречка, она не такая и полезная, как о ней я раньше думал, к сожалению. Ее используют в цивилизованных странах для, ну, как кормовую для животных. А у нас ее едят, ну, во Франции там лягушек едят, и у нас считается это презрительным. А им кажется презрительным то, что мы гречку едим. Но на самом деле, мне кажется, лягушки гораздо вкуснее и полезнее, чем гречка. Там, в общем, слишком много гречки нельзя есть. Вообще, все здесь неправильно. Из-за этого столько здесь. Ты не представляешь, сколько здесь таблеток пустых, которые я выпил. Антидепрессант, дневной флоцетин, пустой. Мама пришла. Нитазапин, парацетамол, миропекс, амоксициллин.